как они моего бывшего мужа, тетя с дядей. Они обратились ко мне с просьбой, чтобы я заложила дачу, чтобы оформить на себя кредит. Они оформили на себя кредит, но в банке очень много нарушений. Во-первых, когда я вышла замуж за ихнего племянника Кузнецова Юрия, у меня уже был паспорт на Кузнецову, а документы переоформлены там как на Свиридову, на девичью фамилию у меня. Халык-банк. В этом году должны были погасить кредит $7,500, но поскольку они взяли, продлили и сумму эту $7,500 поменяли на сумму, а то есть банк без моего ведома продлил еще на 2024 год. А я хочу продать дачу и уехать в Россию. Потому что, ну, у ребенка тут нет будущего. В этом году они должны... Да, они должны были погасить. Но поскольку они там аферу с банком провели, то есть продлился срок выплаты кредита. Без моего согласия, без моей подписи они продлили.